Приветствую вас, вы находитесь на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Tomb Raider, расхитительница гробниц. Мы только что расхитили одну гробницу. Если правильно сказать, разорили. И сейчас у нас задание. Дорога в ад. Найти путь к цитадели братства. Ну что ж, вот сюда нам. Цитадели братства. Да ё-моё. Да, попасть туда будет нелегко. Ну, мы и не ищем легких путей. Мы ищем бойни. Стычки, драки. Как тут дальше? Нормально. Надеюсь, нам попадутся хорошие враги, чтобы мы могли хорошо повоевать. Так. Вот. Что происходит? За кем-то гонятся. Надо ему помочь. Надо. Так, путь в никуда. Вниз не будем спускаться. Так. Здесь у нас артефакт. 24 октября 94 года. Что ж, мои усилия оправдались. Теперь у меня есть верные помощники, проводники моих идей. А, ну вот. Полный ветер привели ко мне именно тех, кто идеально подходил для создания Братства Солнца. Людей сильных телом и слабых дух. Бури сломили их волю, превратили в бестак. Это, в общем, тот, который хотел себе власть загробастать. Это он пишет. И он и записи здесь. Так. Услась. Так, подберем. Нам что там от ружья и от винтовки пару осталось собрать. Так. Вот этих вообще трупы не сжечь, ну что? Зачем они нужны? Так. Посмотрим. Сюда. Ты сбежал. Мне от кого-то тут обороняться надо будет. И вот, мне кажется, прямо сейчас обороняться-то надо будет. Вот. Мы требуем доказать. Не найдите сюда. Ага. Два раза с мягким знаком. Так, кто у нас? Так, первый есть, второй есть. Где он? На. Давайте по одному, как в тире. И опа. Да вы что, я таких резал, как вы. И еще разок. Ой-ой-ой. Так. Подбили. Не успел, да, задница тяжелая, не закинул. Ладно. Сейчас маленько по-другому сделаем. Вот так. Следующий. Следующий. Кто еще?
Ну-ну-ну-ну-ну. Вот так. Ну, это что-то пока что легко. Никакой экзотики, никакой эстетики. Давай. Высунься. Блин, старый пердун. Блядь. Там кто-то был. Ну я знаю где. Знаешь где. Так. Ты-то, может, и знаешь. А мне-то вот как быть... Стрелы у меня максимум. Мне надо от дробовика и от автомата. Кстати, от дробовика все. Так, перезарядка не требуется. Так. Сейчас посмотрим, что у них здесь. Так, так, так. Так, что-то вон там вот виднеется. Ой, мне туда даже идти лень. А мне, кстати, туда и надо, я правильно все иду. Так. Да нет, ну-ка отпустись. Раз уж мы здесь, давай-ка посмотрим. Ну вот, чуть не упустили. Так, лезем наверх. Еще разок. Молодец. И вот так. Опыт. Тишина. Тишина. О, вон оно что, тишина. Теперь понятно. Что правильно значит. Надо было и там раньше такие тоже искать. Так. Не-н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 е. С чего бы это? Ё-моё. Ни на минуту отвлечься нельзя. Давай, ползи. Шевели батонами. О, высоко. Ну хотя я как вижу по низу тоже где-то вот вариант подняться был. Да, через перепрыгнуть через это, через то. Но мы как-то выбрали другой путь. Ну ничего страшного. А зато дойдем. Блин, еще вот это все это падает, что ли. Или это поджечь надо будет. Ну ничего, разберемся. Так, стрел. Максимум здесь нам делать нечего. Высоко. О, господи, вот кто строит эти вершины на острове? Зачем они? Так. Угу. Прыгать. Вот это зачем оно нужно-то? Для чего-то же надо? Канатом ползти можно. Ну, я как понимаю, можно ползти, но мы пойдем. Давай, давай. Да. Да. Так. И... Да. Вот так вот. Усиленная атака.
мазафака. Так, вперед. Стрелы. Стрел максимум. Вниз. Ну, вниз, так вниз. Здесь мы можем спуститься? Можем. И здесь можем. А я вот здесь вот спущусь. О, как, о, я правильный. Как я правильно спустился. Пойду. Вспоминайте, помните она? Калич не забывает. На ровном месте споткнулась, сдохла. На ровном месте. Вот высота ей не страшна. А вот ровные препятствия, это все. Это верная смерть для нее. Так, стоп. О, чуть не упустили что-то. И что это у нас за находка? Хоть бы маска. Вероятно, в этой НРО какой-нибудь военачальник хранил свои приказы и печати. Нет, это кошелек. Просто кошелек. Так, идем далее. О, еще разок. Раз, два. Давай, как русский ниндзя. Не докинул, надеюсь. Не вижу ее. Получи. На. У меня стрел много теперь. Кого еще не обобрал? Вроде все нормально. Так. И да. 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 Вот так вот. Не ожидали? А я смог. Сейчас я еще покормлюсь на ваших трупах. Ну, не туда. Так, ладно. Но мы так просто не уйдем. Мы знаем, что здесь тоже что-то есть. А вот что? Так, можно и здесь, конечно. Спуститься пешим дойти, что ли? Нет, мы пойдем на этой штуке покатаемся. Не хочу пешим ходить. Так, для начала мы сюда. За каким, что это же должно было построено быть еще выше, еще выше и потом еще выше. Господи, какие катакомбы для нас здесь построили. Это у нас что? Это у нас трущоба. Так, назад. Назад, назад. И вот так вот. Открываю. Нет. Открываем. Ну нет, кстати, мы... Хорошо, что спустились. Был шанс у нас воспользоваться, и мы им воспользовались. Так. Ты наверх едешь?
А там еще наверх можно было подняться зачем-то. Ну да ладно. Мы на охоте. Я уверен, сейчас охота будет. Это ловушка! Ловушка! Давай! Ой. Давай! Или как? Лучше с автоматом. Конечно, метко стреляю. Тир хожу дважды в день по выходным. Кто сказал? Виртуозное добивание. Так. Вот так. Ух ты, огонь. Ну-ка, сравняем счет. Давай-ка. А то нечестно все в меня. Где ты? Она перезаряжается! Ты моя! Вот так. Вот он ты. Вот так. Чтобы наверняка. Я правда думал, ты с собой вот этого утащишь. Ну. Блин. Вообще-то у меня пистолет был. Или я сейчас убью старика. Нет. Грим. Убили, надеюсь. Они за это заплатят. Ну и слава богу. Дворец. Надо никакой жалости. Так. Старика завалили. Мне куда надо-то? О-о-о. Давай, давай, давай. Что мы с них поимеем? Так. Если они старика все-таки убили, да я просто в ярости. Так, а как отсюда слезть? Вот это вопрос вопросов. Где лазить мы видим, а как слазить? Так, ну-ка, вот сюда можно залезть. Ну, залезем и, а вот, вот. Значит, все правильно. Идем согласно графику. Это вот отсюда они нападали на меня, падлы. Так. Полезли. Они на меня нападали, сейчас я на них нападать буду. Эй, вот она!
Ой-ой-ой, это вообще нечестно. Сейчас. Эй. Давай. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Есть. На жопе шерсть метров 6. Черт. Кто мой спаситель? Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. О, молодец. Слава богу. Я думал, ты сдох. А ты вон еще и добрался как-то до базы. Давай. Рот. Да. Да. Ладно. Спасательный вертолет N888RS принял сигнал бедствия с корабля Тринити. Да был уже один тут. Только самолет. Вы меня... Смысл? От вас пользы, как от козла молока. Никакой. Так, кстати, этот мы разорили, нет? Гробницу вот эту. Так, вот из этой гробницы мы были. Вот в этой гробнице мы были. Вот в этой гробнице мы были. Не помню. Или нам только предстоит туда попасть? Мы же сейчас куда-то идем. Слышите? Ладно. Лара, ты слышала? Не важно. К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Что у нас есть? Автомат. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Так. Я втянула в это Сэмми остальных и сама их вытащила. Ничего не надо. Так, так, так. Тогда идем. Все нормально. Так, оружие у меня при себе. И еще разок. Прыгаем. Вот так. Так, ладно. Бочку спихнул. На мосту полно охранников. Может, кто-нибудь на голову упадет. Здорово. Что делаем? Можно, и нет. Можно пройти под мостом, но это трудно. Нет, так мы пойдем с боем. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Ой, не надо, я хочу бой. Я хочу расхреначиться с ними. Ты хоть раз видишь, чтобы я боя избегал? Нет. Так. Нам сюда. Какие-то сараи, вот тут ветер хороший подует, это все разлетится, завалит так, что мама не горюй. А оно нам надо. Тут же никто не выживет. Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Так, а я вот хотел, вот как, но выше никак. Выше никак, видимо. Видимо, этот один путь сюжетный. Давай, давай, Лара. Давай. Ты сможешь. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Конечно. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Хоне, если мы ее упустим. Нет. Не упустим, не переживай. С нами. А если вы внизу там, то я на вас насью сейчас. Вот так. Кто стреляет? Кто стрелял? И... Я его не вижу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас прыгать буду, а он прям здесь. Не двигайся, они тебя заметят, жди. Вдруг. Пошла! О! Ты красиво исполнил его. Стой, подожди, еще не время. Жду. Давай. Вот так. Блин, ты все сделал. Стой, подожди, подожди. Давай, жду, жду. Давай, вали негритоса. Вот так вот. Лара, все в порядке. Конечно, я все видел. Я все видел. Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. В расчете. А последнего ты, да, не мог? А нет, смог.
Страшно-то как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно. Лара, их слишком много. Уходи оттуда. И опа. О, так это сюжетное. А хрен там сюжетная. Да, очень бы хотелось. Ладно. Беги. Беги, беги, беги. И еще я нет, но все-таки сюжетная. Надо просто было прыгнуть. Надо было всего лишь прыгнуть. А так-то сюжетные, да, гонки эти. И как птица Феникс возродился. Вот так вот. Съели? Выкусили? Я иду туда. Я иду туда. Куда туда? А, кстати, гробница недалеко. Подожди. А, так. А, ну да. Блин, это та гробница. Ладно. Ты уверена, ну, потом с ней разберемся с этой гробницей. И вернусь. Даю слово. Мы же можем туда и сюда шататься. Так что... посмотрим. Что ты там? Ну, шевели. Что ты там увидела или услышала? Ого-го, о. Хлебника вот эту, да. Тут трупы гниют, а ты еще воды хлебаешь. Здорово. Интересно, тут крысы, пиявки всякие. Вот. Сколько тут всякой мерзости. Это же уму непостижимо. Вон. Крысы, на бутерброд клади его. И жри с хвоста начинаю. Так. Своих не бросаем. Освободите пленных Сэндрюсанс. Так. Ну ладно. Мы отсюда вышли. И теперь у нас два пути. Вот этот куда только путь ведет. А, ну все, он привел нас. Какое вот короткое путешествие у нас было отвлеченное. Где мой лук? Вот так вот. Всегда держи его наготове. Вот. Братья мои, послушайте меня. Ты, может, и никем. Анвара, насколько я помню, была миллионерша всегда. Дети императрицы Солнца. Она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужно. Да никто вас сюда не приводил. Сами я пришли, знаю, притащились. Вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Давай посмотрим. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. А вот он, патриарх, от которого надо загасить, который огненный обряд откроет нам истину. Мозгами-то тронулся. Мимико, ты первая и последняя. Ну? Скажи свое слово. Стоять, падла. Что там Геральт и Двиги сказал? Вот твой смертный час, да? На, ой, ох, разве можно с дамой-то, господи? Это тебе за Владимира. Не, я же даже не изменила никому. Дмитрий, а вы всю хлеборезку поломали. Ведите ее ко мне. Ведите ко мне. О, твари, все отжали. Я запомнил твое лицо, бородатый. Тебе кобзда. Так. Давай, давай. Вот так. По орехам. Лук. Ну я же хорошо дерусь. Вот это... Ой, куда ты пала-то? Ой-ой-ой-ой. Моя месть будет страшна. Смотрели фильм «Я плюю на ваши могилы»? Вот такое же будет.
никому спуску не дам. Новая медаль, главное меню. Так, новинки, да, это мне не надо. Так. Стрел нету. А у меня что, только один инстинкт. Пистолета, дробовика, автомата нету. Ну ладно. Все, отжали. Так, ну это-то хоть кирка-то у меня осталась. Осталось. Так. Они, видимо, за оружие это не принимают. Господи, смотрите, реки крови. Какой-то ад попал. Вот. Вот. Какой-то природный газ. Возможно, огнепад. Здорово. Видели, как бумкнуло? Давай, 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 давай. Вот так. И давай, падай. Что мы там найдем? Так. Книжка. Всем новым братьям свою работу определяют, но они что, вкалывают? Ну, это тот ублюдок, который разговаривает нормально, не умеет. Связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство, это да, штука жесткая там. Такая фишка, как говорит, пока в человеке не истребить все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков. Короче, вам не свалить с этого острова. Он приковал вас. Так... Психбольница. Этот остров — настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика. Ну вот именно, что никто тут не удерживает, кроме вас самих. Это ваш страх. И вы сами себя здесь держите. Так, ладно. А вы туда и туда. Стойте, стойте, что вы от меня хотите? Да не дергайся ты. И молись, чтобы быстро убили. Вот, кстати, заметьте, куча мужиков. Боже. Нет. Куча мужиков. И с бабой так поступают. Что-то странно с этими мужиками. Ой, а мне туда еще идти надо будет, что ли? Так. Ничего страшного. Всех мы их почикаем. Но для начала... Девять стрел. Ой-ой-ой-ой. Ты пойдешь ко мне? Все попрятались. Цыпа, 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 цыпа. А цып, 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 цып. Давай, первый за угла. Посмотрите, конец. Кости. Это вообще люди, нет, жрали? Что за монстров вы растите? Так. Здорово. Так. Давай. Так, и что мы здесь видим? У нас что-то вон там есть. А как мы это заберем? Вот так. Артефакт. Маска. Хоть бы маска. Нет, тут кошельки вроде бы. Веер. Иди ты со своим веером.
Ой, так, веер. Мне вот, ну, нисколечко не интересен. Это что, человек, что ли? Ну не знаю, но это похоже. Это не человек, конечно, но что-то похожее. Тайник. Так. Что еще мы тут видим? Ты. Прошу. Бедолага, вон еще один. Все вы тут, господи, вы это люди такие одичавшие, которых накидали туда, которые друг друга не успели съесть, и они теперь такими стали, какой кошмар. Вот звериные сущности вышла на свободу. Ну-ка, давайте посмотрим. И, бам! 20 наповал. Тоже хочешь? Да в легкую. Лови. Да ух ты! Как в книге про зомби, которого хрен попадешь. Иди сюда, я тебя вручную сейчас умотаю. Иди сюда, твой. Умотал? Вот так. Но ничего, ничего. Иди сюда. Шкура. Так. Бежим. Что у нас здесь? Не понял. Стрелы. Я что, у вас каждого по отдельности, что ли, буду еще так долбить? Ничего. Так, ладно. Мне надо пополнить мои боезапасы. Что мы имеем? Стрелы. Так, пистолета нет, дробовика нет, автомата нет. Ладно. Так, что вы мне хотите предложить? О, Алиша, милая, не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала. Понятно, ничего такого. О чем следовало бы упоминать? Так. Ой. Так. Можно, конечно, и ага.
Не для вас, понятно. Давайте наверх сходим, посмотрим. Так, будем клеткой, значит, вот этой вышибать. Лагерь, перемещение недоступно. Понятно, ладно. Поехала клетка. Так, мне не надо отдых. Максимум патронов, максимум. А чего у меня нет? Артефакт. Что там? Веер для особого случая. Возможно, свадебный. Хм, на вид ему не дать. Свадебный для особого случая. Так. Вот он пролетел, проломил. Так. Блин, не так маленько, ладно. Так, и что нам покажет? А, это испытание. Испытания нет, меня не интересует. Так. Так, тайник. Опыт. Это можно было сделать тихо, обойти. Можно. Но я не стану так делать. Мы можно как можно громче ходим. Топаемся как слоны. И валим всех подряд. Так. Прийти-то мы пришли. Но только маленько не туда, куда хотелось бы. И вот так. Вперед, вперед. Давай, девочка. И еще разок. Подтягивайся. Развивай мускулатуру. Вперед, вперед. А здесь вам не равнина, здесь климат другой. Идут лавины одна за одной. Так. Ой-ой-ой. Твои новые слуги склоняются перед тобой. Так. Я же тихо все сделал. Вот так. Я их даже не видел. Я думал, там все вышли. Нет, ладно. Так, что у нас имеется вооружение? Вот этого тихо прикончить надо, гада. Твои новые слуги склоняются. Помогите! Кто зачем? И... Еще разок. Да. Да. Да.
Еще один. Сейчас у меня стрелы кончатся, в рукопашку пойду. Ох, вы твари, как меня вы окружили-то хорошо. Да. Так. С кого еще жертву собрать? Так. И что мы видим? А, испытание. Зачем мне нужны, правда, мешки? Гребаные. Так. Нам туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте пока возьмем, пока. Пока мы живы. Так, что это надо поджечь? О. Вот так. Вот так. Ну, я примерно что-то в этом роде предполагал. Не всех убить. Кто-то взять там может. Ой. Так, похоже на гробницу. С правой стороны у меня кто-то должно быть. 5 июня 2011. Ладно, потом почитаем. Где-то еще что-то, вот. Блин. Так, это как? Так, пройти туда. Это, наверное, дальше по сюжету, так? Надо будет проходить. Так, вот еще одна. Тут падает, тут крутится. Так. Я сомневаюсь, что я сейчас смогу ее подбить. Даже если бы смог бы. Ну, похоже, да, похоже на гробницу. Девочка, беги. Ох ты. Пропан, не там. Ой-не-не-не-не, только не здесь. Только не здесь. Давай, давай, сукин ты сын. Когда я выберусь отсюда, я засуну твои стрелы тебе в задницу. Так, и что мы здесь видим? Бойкая бабёнка. Эй, не доставай! Мы тут на службе. Чёртов идиот.
Клетка — это уже перебор. Перестраховывается. Господи, я того-то даже не видел. На удачу. Все. С тебя мы получили. Теперь осталось нам что, до лагеря дойти? Это самая основная задача. Целому и невредимому. Мне помогли. Грим. Кто помог-то? Озвучьте имена, фамилии, явки. Ну-ка, ребята. Так. Внимание! Вместе! Что вы надумали? Бесполезно, Рейс. Так. Готовы? Прыжок! Прыжок. Проклятие! Лара, здесь происходит что-то странное. Что может происходить у вас странного? Императрица Солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это... считаешь, это Яматай? Так. Да. Похоже, это правда. Ну, хоть что-то. Все же нашли это место. Не то, что мы ожидали, да? Недооценка года. Сэмми как-то связана с этим. Местный вождь считает. Прекрасно. Тот получилось! Все. Полдела я вам сделал. Дальше уж как-нибудь сами. Здесь окей. Здесь слой держится. Пол уже ходуном ходит. Не думай об этом, так. Лара. Просто вытащи нас. Вытащи, да. Так, а мне еще туда надо будет как-то. Двигай! Мы не будем раскачивать. И... так. Так. Теперь мне надо... Что теперь? Второй человек. Да. Продолжай, ты на верном пути. О как. Все понятно. Вот так вот. Меня только снарядом только не прибейте, пожалуйста. Я тебя держу. А это такой булавой туда по голове. Ну по голове это не страшно, а вот если на ногу... Давай. Пол из-под ног уходит. Посмотри внимательно. Так, не еще? Вообще нет никакого пола. Надо убираться. И... так не годится. Блин, ну что, так по кругу лазишь, что ли? Только штыки. Осторожно. Ну, рух, все затолкнули. Вот дерьмо. Сейчас вся гора сорвется. Сейчас упадем. Скорее, Лара. Давай. Вот тебе дневной свет. Все, успели? Спасибо. Вот так. Господи, да, пожалуйста. Я это делаю всегда. Мама мне говорила, всегда помогайте убогим. Вот, так что... убогие. И ушли. Вот. Спасибо, удачи и все. А кто мне размещать будет? Это же все нервы. А нервы, знаете ли, не к черту. Ой-ой-ой-ой. Это клетка, что ли, там взорвалась? Но здесь все рушится. Я назначил место встречи сразу за мостом. Хорошо. Вертолет скоро прибудет. Ладыши с Эми и Уитмана. Хорошо, я тебя понял. Давай. Давай, домушник. Мне по-любому того еще большого гремлина надо будет долбить где-то. Так что... так. Я посюда зашел. Сюда. Ух ты, даже не заметил этот уголок-то.
сомневаюсь, что вам сейчас до меня. Это ж каким отморозком надо быть. Хочу об него просто пошариться. Лес. О. Японский стиль. Вау, как все красиво. Сейчас стена сорвется, наверное. Давайте, классика жанра. Почему-то только по этой стене могу ползти. Ничего не предвещало. Давай, давай, давай. И еще. Здорово. Красиво. Лезь, только не подожги. Береги природу, мать твою. Так. Бежим. Да. Вот, кстати, я бы на этом на ее месте туда бы прыгнул. Так. Да. Ага. Хрен вышел. Где? Оружия пока нету, один только лук. Что здесь? Матиас. Матиас. Дневник. Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. И? Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? О, хочет силу. Но он ее не увидит, потому что он лошара. А я молодец. Как кто скажет по-другому, земля тому пухом. Смог. Ой-ой-ой-ой. Все. Ну. Еще разок. Вот так. Что за идиот? Вот у тебя жизнь в опасности. А ты все думаешь о благосостоянии. Как бы меня убить, как бы себе приумножить. Дебил. Так. Ну что ж, земля идиотами богата, и их еще много будет на нашем пути. Как в игре, так и в жизни. Вот предатель. Лара, ты жива? Я же говорил, что он предатель. Вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство. Антропологическое чудо, Лара. Не давай, будет что. Убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Что-то скотина он задумал. Давай. Я бы на том месте проследила бы там. Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная Саманта. Это большая честь для тебя. Так. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Давайте посмотрим. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто... Я так понимаю, дело к концу подходит, но нам надо знать. В твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. В чем проблема? Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Так. Тогда я думал, что сюда могут дойти. Ой, у меня автомат. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо.
Где он? Куда ты попал? Ногами в жижу? Попал. Или в неприятную ситуацию? Так, а что мне надо в самое пекло спасти Саманту от Брасла? Ну, я так понимаю, мне перебить их просто надо. А вот то, что их много будет, это да. Хорошо. Давай. Вот из тебя поимели. И тебя поимели. Как вас гасить-то? Вы все в броне. Фуру с добычей нажмите. Попробуем дробовик, может. Немножко поможет вам. Ну, смотрите, помогло. Сейчас надо посмотреть, где чего у нас. О, собраны детали, так, модификация какая-то на дробовик доступна. Нет, 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 только не помирай. Так. Что у нас здесь? Автомат, это у меня. Так у меня что, все патроны есть. Все патроны есть. Так. Вот сюда, как я понимаю. В этих пушинах вообще что-то было. Ну ладно. Не суть в этом, у нас здесь вроде ничего такого и нету. И да. Какой-то божок, что ли. И вот так. Ага, они знают, что... Так. О. Что? Вот так. Ну да. Мощно. Не дай бог в жизни так встретиться с девчонкой, она тебя так захреначит.
пилкой для ногтей в горло, потом каблуком в орешки и все. Так что будьте любезны. Ну, что мы видим? Куда мы вышли-то? Покажи местность. Мы справились с задачей или нет? Что ты молчишь? Вперед, все! Найдите избранную, а это моя. Конечно, я твоя. Так. Что мы видим? Как вы думаете, сможем мы по ногам пострелять? Нет, не можем. Ага. Поэтому кто-то кувыркает, кто-то вперед. И вот так вот. Все это делается. Ага. Понятно, его по сюжету надо вот так вот гасить. Давай, давай, давай. Вот так. Господи, щитом, да по морде. Давай, давай, давай. И сам не ям, другим не дам. Теперь не спрячешься. А я и не собирался. Иди ко мне. Пагубное блюдо. Господи, это что у меня такое? А вот. Да. Так, ну я же тоже успел выстрелить. Так, ладно. И щитом по морде. Пробуем его пристрелить. Он нас не получается. Он нас бросает. Пулемет тоже падает. И сейчас мы его из гранатомета. Да. И бум. Яблочко. Не новое ноу-хау. Гранатомет. Так, а он у меня еще не модифицирован, конечно. Ну, пойдет. Ага. Ну вот. Модификация произведена на месте. Получил новое снаряжение, гранатомет. Так. Среднее. При прицеливании, чтобы разрушить металлические преграды. Вот, вот такие преграды. Кстати, такие преграды я много где видел. Так. Если не ошибаюсь, даже в первой пещере такая была. Куда бежим? Я всех вас. Так, что мы видим? Еще. Еще. Какая жалость, ладно. Сейчас мы сделаем маленько по-другому. Да. Да. Вот так вот. Что у нас тут? Патроны. Надо взять. Что у нас еще есть? Так, обыщем. Вот так вот. Это гранаты. Так. Опять гранаты. Что у нас кроме граната больше ничего нету? Вот.
что у нас есть. Так, ну тут прокачивать нам нечего. Вот, зарядка. Остальное вроде все как прокачано. Ну что ж, на сегодня все. Подписываемся на канал, ставим лайки. До свидания.